Друзья, всем привет! Снова с вами компания Династия. Олег меня зовут, для тех, кто не знает. Хочу вам показать обзор и на продажу выставить два таких вот ножа. Нож называется Леший. Выполнен он из стали М390. Сейчас сфокусируется. Секундочку. Так, фокус не ловит. Так, я извиняюсь, я жарю рыбку своей семье, чего и вам желаю. Сами понимаете, время на работу уходит очень много, поэтому вот приходится иногда и готовить, и время вам уделять. Так, вот они ножи, значит, вот именно их вы получаете. Ножи не заточены, это для того, чтобы вы могли видеть, какое сведение здесь, видите, да, что на одном и что на втором. Рекурва, все четко. Больстеры у нас Макуме идут, ручки гренадил, такие вставочки. Ну, ножны, соответственно, формованные. Ножны формованные из кожи растительного удобрения. Так, Вик, слушай, подержи, пожалуйста, вот так, я сейчас покажу дяденька. Ага. Так, вот, значит, на одни ножны, так вот, они сидят, это раз экземпляр, это у нас два экземпляр. Давай сейчас, подожди, Вик, да, покажем, да, крупным планом. Вот они так выглядят. Спасибо, солнце мое, я тебе должен буду. С мороженым с меня. Вот, и ножи данные в продаже, можете их заказать, цена любого ножа у нас это 20 тысяч рублей. Сидят они там, конечно, крепко. Сейчас я возьму их на газон, а то отсвечивает. Вам еще раз крупным планом покажу и немножечко поговорим по поводу отправки. Так, только единственное, все рыбку уберу, а то не получается мне, к сожалению, так. Так, вот смотрите. Будет так лучше. Приношу извинения. Вот они, два красавца. Так, повторюсь, ручка гренадил, мозаичные пины, стабилизированный зуб мамонта. На тот вопрос, где вы мамонта взяли, скажу, вон там он, они у меня живут в огороде, я их режу как баранов и потом стабилизирую. Отдаю в Москву там парням, кто этим занимается. Вот. Кстати, хочу сказать одному человеку большое спасибо за крем. За крем для рук. Знаете, вот, ну, кто понимает, там, да, когда работаешь с ножами, там остается, она впитывается, вот эта вот херовина. Ну, там, от карбона или от дерева, да, в руки. Вот, так вот, намоешь руки и прям, блядь, смазываешь. Прям потом моешь, и какое-то волшебство. Они отмываются вообще. Ну, пропадает эта грязь. Так вот, мужики, значит, смотрите, вот экземпляр номер один. Здесь вот на дереве такая вот, видите, каверма вылезла, назовем ее. Сразу хочу показать. Здесь вот и здесь. Ну, это тоже не брак, это каверма, это в дереве. Ну, наверное, будем считать то, что это какой-то изъян. Поэтому цена на данный нож будет чуть дешевле. Хотя я даю вам гарантию, что нихера ничего ему не будет. Здесь прям все чистенько. Черное. Черным черно, да? Как глаза страстной брюнетки. Смотрите. Смотрите, подгонка. Смотрите, какой рисунок. Макумая идет. Вот. Вик, а принеси ножны для ножей мне, пожалуйста. Я сейчас тоже покажу. И здесь вот, смотрите, какая подгонка. Да-да-да, вот эти. Давай сюда, давай. Тоже вам покажу так крупным планом. Цена 20 тысяч рублей. И с кавером 19 тысяч рублей. Что касается доставки, мужики. Доставка двумя способами. Первый – Почта России. Нет, даже назову так. Первый –
курьерской компании СДЭК, второй это Почта России. Почта России, значит, по России стоит там от... Могу ошибаться, но где-то в районе от 400 рублей, и дальше зависит от региона. Вот, и СДЭК это там в среднем там 500 рублей и выше. Ну, скорость, конечно, будет значительной. Значительная скорость на доставку. Подвод, смотрите, ножи и корю не заточены. Подвод, вот такой вот ровненький подвод. Вот он так вот выглядит. Почему не заточил, хочу вам показать. Я просто хочу показать, как он будет работать уже визуально. Ну, здесь же геометрия клинка. Поэтому смотрите, какая геометрия. Так он будет работать. Не люблю конское сведение. Вообще не люблю. Люблю нож, который режет. Не люблю, блядь, вот эти ломики там, банки, ну, которые там вот это все. Хотя сам понимаю, какой эффект создает, когда херачишь там, чух, там банки всякие рубишь. Ну да, это все. Ну, в плане резок, конечно, вот он победит. Вот. Поэтому, говорю, доставим Почту России, прям отправим вам завтра. Выбирайте, их всего два. Без проблем получите. Я думаю, по России доставка будет за... Извиняюсь, за неделю. Все, всем спасибо. Всем удачи, всем хорошего настроения. Всем родным вашим привет. Кто меня смотрит и кто не смотрит, передавайте. Ну и не забывайте, мужики и женщины, подписываться на мой канал в Телеграме. Всю свою ссылочку я тоже оставлю. Много там интересных выходит постов с ножами. Также сейчас будут выходить, там розыгрыш хочу вот провести, аукцион. Там очень, кстати, удобно. Приходите, и мы вам с удовольствием покажем все наши ножички. Все, всем спасибо, всем удачи.